Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і сьогодні ми плануємо відверту розмову з директором девелоперської компанії «Сумчани СД» Андрієм Балацьким. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день. І на початку нашим глядачам пропоную трохи познайомитися, хто у нас сьогодні в студії. Андрій Петрович Балацький народився 16 лютого 1981 року. У 2000-му закінчив Сумський будівельний коледж за спеціальністю будівництва та експлуатація будівель та споруд. У 2004-му – Сумське вище артилерійське командне училище. 2005-2006 працював менеджером в компанії «Комфорт Сервіс». У 2007-му заснував та до 2017 року очолював компанію «Теплобудсервіс», що займалася будівництвом та прокладанням комунікацій. У 2014-му заснував агенцію нерухомості, що працює до сьогодні – «Сумчани». У 2018-му почав займатися організацією багатоповерхового будівництва житлових будинків і заснував девелоперську компанію «Сумчани СД». У 2019-му заснував будівельну компанію «Сумчани С». Одружений, має 3 дітей. Пан Андрій, вам 39 років. За плечима, в принципі, 4 власні компанії, які, як зрозуміло, працюють до сьогодні. От чим вони займаються і наскільки успішні? Ну, першу компанію я відкрив ще у 2007 році, мені було тоді 26 років. Це будівельна компанія, я почав займатися комунікаціями. Комунікаціями не просто там, ну, просто труби якісь міняти. Ми вийшли на уровень, що працювали на наружних сітях. То есть мы даже работали по бюджету, была тогда еще программа ООНовская так называемая, и мы по некоторым ближайшим селам, и в Сумском районе мы прокладывали водопровод по целым селам, то есть там километрами вложили. То есть, и еще оттуда я понимал, что нужно работать, ну, правильно, честно, официально, и потому что все-таки это бюджетные деньги, за них будут отчеты, спрашивать, проверки, как бы все потом после сдачи объекта в эксплуатацию. Поэтому как бы оттуда зарядилось основание, ну, работать по-правильному. В 2014 году я открыл еще параллельно агентство недвижимости. Новая была для меня тогда тема. Занимались, сложности тоже были. И очень много ездил, обучался именно как управлять компанией, именно риэлторами, именно как продавать. Ну, большой путь пройден. На сегодня агентство довольно успешное, считаю, довольно известное уже в городе. По-моему, 6 лет уже, да, 6 лет уже. Праздновали 16 января. Вот. А работая в агентстве, мы продажами новостроев занимались. И вот оттуда родилась идея, как бы, открыть следующую свою компанию. Это девелоперскую компанию, это компания, которая управляющая. То есть она находит земельный участок, компания, да, находит проектную организацию, находит генподрядчика, находим мы инвестора, который вкладывает свои туда деньги, разрабатываем бизнес-план, и как бы вот эта компания занимается управлением всем процессом, строить как бы многоквартирные дома. Вот мы вышли на такой сегодня уровень. А можно нескромное питание? А звідки стартовый капитал? Чи, можливо, як традиційно скористалися зв'язками и допомогою батьків? Ну, допомогою батьків. Батьки у меня обычные люди, то есть капитала у них такого стартового нету. А вот звязками, да, то есть у меня очень много хороших друзей, знакомых, и вот один из них, как бы я ему предложил, он заинтересовался, мы составили с ним какой бизнес, такой план. Вот он выделял финансирование на все это. Потому что перед тем, как начать строительство, мы потратили довольно тоже крупную сумму денег на разрешительную документацию, на проектную документацию. Вот. И опять же, начали строить, и только потом, когда уже начали давить сваи, только потом начали уже открыли продажи, скажем так, когда уже пошел процесс какой-то. Потому что привести покупателя, стоит забор и сказать, вот, покупайте, ну, как-то это неправильно будет. А вот когда уже там механизмы есть, и это все работает, вот только после того мы как бы занимаемся. Пан Андрій, у вас от в досьє написано, я зараз процитую, да. Моя девелоперська компанія робить переворот у будівництві багатоповерхівок. Ми будуємо якісно нове житло за сучасними технологіями. А як воно взагалі виходити на ринок, де десятиліттями працюють такі метри будівництва з досвідом, довірою сумчан? Я понял. Ну, знаєте, на самом деле, ну, как любой человек переживает, он, ну, небольшой такой мандраж как бы есть, да, как метры посмотрят, потому что пока работал в агентстве недвижимости, работает, да, я видел, как заходил на рынок Набережный квартал, я видел, как появился там флагман дом, да, девятиэтажный на Парижской коммуне, я видел, как компания Топаз заходит на рынок, и, конечно, ну, есть метры, которые давно все работают. Три компании – Notex, Сумстрой и Федоршенко компании. И, конечно, переживания были, возможно, ну, могут не дать построить. Ну, знаете, как нафантазируешь себе страхов. Конкуренция. Конкуренция, конечно. А это важно, потому что, ну, рынок покупателей, он же ж не, ну, бескрайний, там, скажем, да, безграничный. То есть и будут ли покупать у нас, будут ли покупать там, вот за это борьба. Но
Когда вопрос коснулся фундаментов, я обратился к Виктору Михайловичу Федорченко, и вы знаете, я немножко переживал, ну, мы же как бы одним и тем же занимаемся. Но, тем не менее, я очень доволен нашими партнерскими отношениями. Он делал нам фундамент на ЖК «Панораме» под первой секцией. То есть все сваи, он сказал, только будут с его завода, потому что он должен отвечать за это все. Он категорически, как бы, ну, принципиальная позиция была. Вот. И я очень доволен работой. Почему? Потому что у нас там самые сложные грунты, опять же, с его слов, а опыт у него большой строительство по городу. Здесь свая заходит на 5 метров, полметра отступаем, свая заходит 14 метров. И купить сразу 300 свай по, скажем, 14 метров, а потом куда эти обрубки девать. И вот, а метр сваи стоит в районе 500 гривень. Представьте, это просто, ну, миллионы можно. Ну, скільки ви вже заговорили про сваї, я не можу не спитати, тому що все місто сьогодні, да, обговорює в соціальних мережах, дуже багато коментарів. А, принаймні, пишуть про те, що компанія, ваша компанія, яка будує зараз, да, цей житловий комплекс «Панорама», використовує якісь там нібито неякісні сваї, так, під будинок. Ви знаєте, коли ми вже проєктна документація була на виході, проєкт був на експертизі, ми почали займатися підбором стройматеріалів. Это примерно был апрель прошлого года. Помониторили мы все сваи, и по цене самые меньшие оказались в Полтавской области, в Полтаве. Мы поехали в Полтаву, поехали на этот железобетонный завод. Вот. Познакомились с директором. Он рассказал, что он там строит. Мы выехали на стройплощадки, там, вот, как они строят, как используют эти... Они при нас задавили там сваи, вроде бы все хорошо, как бы подписали контракт, перечислили им деньги. И где-то в мае или в июне, точно не помню, прошлого года началась поставка сваи с Полтавы. Сваи поприезжали. Сваи, кстати, трехметровые. А по факту задавлены минимально 5, а то и до 14 метров. Поэтому трехметровые сваи мы не использовали. Мы, а когда они приехали, мы поняли, что так они как-то выглядят, ну, скажем так, немножко неважно. Мы их разгрузили, а потом все-таки приняли решение и убрали на другую часть строительной площадки, второе черга строительства, где, чтобы они нам не мешали. Вот, мы их отдельно сложили и вызвали ребят с Полтавы. Как бы, ну, как? Постачальники. Мы, да, но перед тем, как вызвать, мы еще заказали, чтобы убедиться самим, есть все подтверждающие документы, лабораторию в Сумстрое. Приехали лаборанты, сделали анализ, или как там правильно называть, ну, то есть они прозвонили каждую сваю. И есть акт испытаний свай, всех полностью, каждой сваи. И прочность там, где было 70%, где 80%, а в некоторых даже и до 50% не было прочности, представьте. Мы сразу как бы, ну, на ребят в Полтаву, они на следующий день приехали, извинялись глубоко, сказали, что это как-то у них первый раз так получилось. Ну и попросили обратно сваи, а потом вернуть деньги. Я сказал, ну это как бы хорошо, но давайте сначала вы деньги вернете, а потом мы вам сваи как бы забираете, они нам все равно не нужны. Вот. И на сегодня они выплачивают по графику деньги, но график уже они просрочили. Выплатили процентов где-то 60-70 денег. Осталось небольшой хвостик, но до сих пор тянут. Мы даже в декабре, там письма есть, по-моему, в декабре. То есть вы эти сваи не застосовывали в будильнице? То есть кто знает, где есть информация о неякисных? Они просто лежат в открытом доступе. Можно зайти, посмотреть, вот они лежат поскладированы прямо на строительной площадке, там, где будет строиться вторая очередь. Так, а как тогда сприймати таки информацию такую про то, что вы використовуєте неякісні сваи? Ну, я не обращаю на это внимания. Почему? Потому что у нас не было использовано этих свай раз, и мы знаем то, что мы строим. Плюс, люди, которые это пишут, они, наверное, не сильно разбираются, как строится вообще дом. Привозится сначала несколько свай, они задавливаются, делаются испытания, там неделю не выстаивается, нагрузку какую держит после задавливания, потому что машина давит, а потом свая может же еще укрепиться, то есть нагрузка набирается. Куча актов подписывается. Угу. Есть технадзор, технический надзор, есть авторский надзор, и каждый из этих контролирующих органов следит за тем, какая свая задавлена, какого качества, какую нагрузку каждая своя держит. Там очень все серьезно, потому что, ну, одно построить даже частный дом, а другое построить многоквартирный дом. А с нашим учетом подземного паркинга «Комор» это все 13 этажей. Ну, два почти полуподземных, да, один подземный, полуподземный и 13, и 11 сверху. То есть нагрузки довольно серьезные и большие, и опять же людские жизни. Поэтому есть куча контролирующих органов, которые контролируют каждый процесс нашего строительства. Пан Андрій, то есть нету такого, что захотели, сделали. Ну от все ж таки, чому виникла ідея появи будівельної компанії власної? Самі ж сказали, що в нас чимало компаній, які будують в Сумах. Захотілося щось зробити хороше, красиве, просторне для людей жилье. Есть люди, которые готовы вложить деньгами, есть люди, которые готовы предоставить землю, есть компания, которая готова построить.
Почему бы этим не воспользоваться и, наконец-то, немножечко добавить красоты в наш город, скажем так. Ну, то ж, перший об'єкт – це житловий комплекс «Панорама». Да. А ви його позиціонуєте як майбутнє житло бізнес-класу. Чому? Є чотири категорії, я і в Фейсбуці писав. Це економ-клас, комфорт-клас, бізнес-клас і еліт-клас. Мы, на самом деле, когда рисовали этот проект, задумка была не бизнес-класс, элит, я даже в эти классы не вникал. Просто потом начали изучать, куда же мы попали, в какой класс. Просто задумка была такая, то есть есть проблема у застройщиков, например, о том, что мало парковочных мест. То есть жильцы покупают, люди на сегодня, скажем, не как в советские времена, что несколько автомобилей там на дом, да? Сейчас по два на родину. Да, вообще, ну как бы машин много. Представьте, сейчас мы построим, эти машины будут все во дворе. Детям где гулять? Машины будут царапать, выхлопные газы людям в окна. Куча неудобств. Поэтому мы решили, есть такой участок, сделать подземный полностью паркинг. Не только под каждой секцией, а полностью под тремя секциями, чтобы это был сплошной подземный паркинг большой, ну, максимально который возможен с этого участка. Вот. И он получился площадью 3400 квадратных метров. Ну, это будет самый большой. И чтобы все машины были там. И тогда освобождается место под детские площадки, под зоны отдыха, и комплекс, ну, совсем уже другой уровень приобретает жилья. Плюс сделать хорошие потолки не 2,60, а сделать 2,80. Добавить немножко панорамных окон. Они не такие уж больших там, космических денег стоят, как многие говорят. Вот. И добавить видеонаблюдение, посадить красивые газоны. Все, комплекс, ну, зацветет и заживет. Там, я думаю, еще фотосессии свадьбы будут делать со временем. А як ви вважаєте все ж таки, якщо позиціонуємо як бізнес-клас, для кого буде доступним таке житло? Понятно, что как бы для людей, у которых немножко средства ограничены, они смогут себе купить здесь жилье. Ну, или если мы, конечно, поучаствовали в какой-то программе, но мы на сегодня не можем, потому что новый первый объект. Вот. Ну, для людей, которые есть автомобиль в первую очередь. Потому что комплекс у нас не в спальном районе, он не в центре города. У нас, скажем, в пригороде, ну, в ближайшем пригороде. То есть Косовщина – это ближайший пригород. Если рассматривать, например, Барановку, то это, ну, пока доедешь, много времени проходит. Косовщинское направление, оно мало загружено. Вот, поэтому как бы мы рассчитывали на людей, у которых есть автомобили, один или два там в семье, да, сколько есть, ну и которые немножко могут позволить себе жилье лучшего класса. Потому что есть сравнение просто, есть автомобили корейские, есть немецкие, каждый как бы покупает то, что хочет. Ну от, якщо ви самі вже торкнулися, ну як на мене, так дивно обране місце, в принципі, да, там немає інфраструктури, так, немає якихось зручностей поруч, і тим не менше це буде житло бізнес-класу. А бізнес-клас, он на самом деле и не должен быть в спальном районе, он подразумевает пригород. Закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, то есть, ну, немножко другой образ жизни. И опять же, те же панорамные окна. Ну, сделайте в спальном районе такой комплекс и поставьте панорамные окна. Куда будете смотреть? Конечно. Окна соседям, добрый день. А назва не випадково виникла панорама? Много панорамных окон. И само название как бы панорама и вообще ЖК, мало кто какие ЖК называл в городе. Ну, вообще ЖК, просто построили дом по такому-то адресу. Ну, для того, чтобы немножко как бы сделать... Ну, такой комплекс, чтобы немножко, да, был узнаваемый, мы назвали его панорама. Потому что много панорамных окон, ну, вот как бы отсюда и название. Я так гадаю, что и выгляд будет из окон красивый. Ну, как бы, ну, лучше, чем в окна соседям. Там. Угу. Понятно, что там частный сектор везде. Ну. Пан Андрій, ще одна цитата з вашого досьє. Перший забудовник в місті, який відмовився платити за підключення до зовнішніх мереж. А певно, більшість будівельників, чи принаймні ті, хто будував власний будинок, одразу ж спитали, хіба так можна було? Можна і сложно це дуже. Навіть, наприклад, ну, сейчас я отклонюсь немножко, даже тот же Виктор Михайлович Федоренко, он ездил к премьер-министру по некоторым таким же вопросам, обсуждал. Но мы пытаемся своими силами идти законным путем. То есть есть, да, мы на страничке Фейсбука там у себя размещали о том, что мы как бы через антимонопольный комитет, как бы вот с такими службами, как Водоканал и Обэнерго, мы немножко как бы не хотим им лишних затрат нести, да, ну, назовем это так. Вот, мы хотим идти по закону. Если это трубу надо поменять, и она на нашей территории, мы ее меняем. Но если нам надо пройти там реку, через, которая у нас от нас там полкилометра, поменять там какую-то задвижку или что-то еще, то как бы это отношение к нам не относится. А навешав много таких всяких дополнительных замен по соседним улицам, то эти организации снижают, ну, как бы затраты вешают на наш комплекс, и тогда, ну, не совсем выгодно экономически получается. Поэтому, да, мы боремся официально, мы идем по официальному пути, мы никому не собираемся там где-то что-то решать с кем-то. У нас есть закон, мы идем согласно его. И мы не начали сваи давить, пока не получили разрешение на строительство.
Разрешение мы получали, опять же, в Киеве, категория СС-3. Но это сложно, потому что комплекс, как бы, каждый дом относится к СС-2 категория, а комплекс, три дома совместно, это СС-3. И уже не Сумской ГАСК выдает на местном уровне, где можно всех друг друга знать, пойти что-то там, да, как бы узнать. Мы поехали в Киев, потому что так гласит закон. Мы не стали там делить дома, участки. Гласит закон, мы делаем, мы поехали. Получили разрешение, начали строить. Ну от ви говорите про те, що, ну, принаймні так було і на вашій сторінці написано, що перший корпус буде зданий в 2021 році. Да. На сьогоднішній день чи от витримані ці будуть терміни? Немножко будуть не витримані, раз уже задали вопрос, отвечу. Когда мы составляли срок сдачи дома, ну, по бумагам, понятно, вот комплекс, вот работы, вот как бы начинали. Но мы начали применять много новых технологий при строительстве на сегодня того же паркинга. Там очень сложная у нас гидроизоляция идет. Вот. И мы остановились на гидроизоляции, кто будет делать, на киевской компании. И они тоже там приезжают. Угу. То есть у нас в Фейсбуке есть четкая хронология. Сваю задавили, обрубили, посыпали специальным там гидроизоляционным материалом. Потом Росфорг залили, обработали гидроизоляционным материалом. То есть там очень сложная конструкция с гидроизоляцией. Ну там полностью все промазывается. То есть чтобы это был как такой кокон водонепроницаемый. И у нас три слоя идет. Первое – это бентонитовые маты, это типа рулоны новой современной технологии. Что такое бентонит? Когда попадает туда влага, она расширяется, бентонит расширяется 8 раз и вытесняет просто влагу. Это не попадет она просто в паркинг. Потом идет мембрана специальная такая, для того, чтобы дождевая вода по ручейкам специально утекала как бы, в сторону. И потом геотекстиль. Ну, как бы вот применяем максимально. И поэтому сроки по паркингу мы думали, сделаем его за месяц, а мы делали его почти 3 месяца. Потому что, ну, можно, конечно, сейчас построить быстро паркинг. Блоками закрыть стены, не монолитные, как мы делаем. Помазать 4 слоя рубероида, засыпали землей и погнали дальше. Но мы не хотим, чтобы были паркинг в плачевном состоянии, в текучем. Мы хотим сделать качественно. И поэтому сроки немножечко, смотрю, что оттягиваются, как бы, только из-за того, что паркинг. Если паркинга не было, у нас бы было уже больше этажей. Но очень кропотливая работа, очень. Тобто на сьогоднішній день на якому етапі будівництва, якщо сказати? Ми перекрили повністю паркінг, почали строїти кладовки, це цокольний у нас етаж, і почали робити в'їзд в паркінг. Тоже трудоемкая работа, потому что там у нас полукруговая стена, нету специальной палубки, приходится там немножко вот это все делать. Запас, конечно, там арматуры и бетона очень довольно прочный, тоже можно посмотреть. Ну, скажите відверто, чи для своих детей хотели бы мати житло, от саме конечно, в такому житловому комплексе? Конечно, для своих, да. Я там даже скажу по секрету, я планирую там оставить несколько квартир детям. Потому что, ну, так как мы строим, опять же, по утеплению, например, могу отклониться, то, что мы планируем построить, да, у нас будет наружная стена газоблок 300 и утепление 150, базальтовая вата. Не 100, как делают, ну, другие застройщики, 100, мы делаем 150, чтобы были теплее, потому что много панорамных окон, дом должен быть теплым. Тому будуємо як для себе. Да, да, да. Можна сказати так. Скажіть, будь ласка, знову мені хочеться звернутися до вашого досьє. Дозволю процитувати собі. Я зібрав професійну команду однодумців, у яких є досвід і бачення, як зробити наше місто кращим і більш сучасним, яка готова реалізувати як свої численні ідеї в галузі архітектури, будівництва та комунального господарства, так і брати участь в будь-яких інноваційних проєктах. А ви вирішили йти в політику? Ні, на самом деле, как бы мысли такие были изначально. Ну, так как приходится мне общаться уже на уровне высших чиновников нашего города, ну, мы строим комплекс, mm-hmm. как бы строительство, это подразумевает само собой. Я сначала думал, ну, на сегодня что-то мне перехотелось на самом деле. Є інші плани? Бизнес, он намного лучше, там простые правила, а там правил нету. Я не люблю играть, когда правил нету. Есть закон, соблюдаем, а там не хочется, не хочется. Я себя там не вижу. Ну, по крайней мере, на сегодня точно нет. Скажіть, будь ласка, ну якщо говорити тут є про плани, а якісь амбітні плани ви вже маєте, чи можливо є які проекти, які б ви хотіли реалізувати в місті? Є проекти. Ну, ви знаєте, як почали строїти комплекс «Панорама», пішли теж пропозиції по земельним участкам. Ну, люди бачать, як би, да, як ми йдемо, стройка у нас не останавливається ні на день, постійно всі люди працюють. Современные технологии. Тут, ну, я могу очень долго рассказывать про панораму, что мы там применяем. И в этом городе еще никто не применял эти технологии. Пошли вопросы по земельным участкам, чтобы на их земле тоже мы построили какие-то там дома определенные. Не буду говорить, какие объекты, потому что, ну, с целью, скажем так, ну, безопасности, что ли, какой-то, чтобы не надо распространять информацию, пока дело не сделано, говорить о нем не будем. Но перспектива есть. Я работаю в этом направлении. Ну, вы знаете, на останок еще одно запитання. Все ж таки, я так розумію, якщо тут вести в бізнес, ви маєте намір працювати і залишатися в Сумах. Да, конечно. Ну, яким... Здесь живут родители, дети, конечно, бізнес в Сумах. Яким бачите місто в майбутньому?
Ну, конечно, красивым, современным. Побольше позитивних людей. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми відверто говорили про житловий комплекс «Панорама», про новий стиль будівництва в нашому місті з директором девелоперської компанії «Сумчани СД» Андрієм Балацьким. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ. На все добре.